Звоним другу. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами и я, Хиназис, и сегодня в студии у нас Антонио. Всем спать. Все, видео закончилось. А что, если Сикер плюс Энигма? Уджа достану, отлично. Только вайпера не достаю. Ну жесть там с Black Hole с ридамажикой. Кидай мне единицу, сколько накинул? Три. Смотри с пуджом, что сейчас будет. Два, три, это 4 тика, 5 тиков, 6, 7. Боже, просто его за 7 тиков сожгло. У пуджа 5000 хп. Кидай лапы мне, есть? Вот так дам ему? Лапы накидывай. Хорошо. Кидай, кидай. Смотри. Блинка, а не успел. Чуть-чуть, нормально его сожжет. Еще лапу кидай, он просто сгорит сейчас на работе. Хорошо, пошло дело. Смотри. На теренку. Еще одна лапа. Хорошо. Еще замедление. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксаназ, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». А что если Сикер плюс Энигма? Получится ли супер Black Hole или какой-нибудь супер Midnight Pulse? Сегодня мы это, конечно же, узнаем. Ну и на проводе у нас сегодня наш милый помощник Антонио. Всем доброго дня. Вот, Антонио уже на месте, как говорится, заряжен уже закидывать лапы и... Ой, я чувствую, сегодня будет жарко, потому что Энигма прям жестко распиливает под Midnight Пульсом. Прям там чистый урон очень сильно улучшается. И, конечно же, всю эту тему мы прикрепим Атосом. Даггер, там Атос, и будем пытаться чисто через Midnight убивать. Самое главное, чтобы там у оппонентов было как можно больше хп и как можно меньше тех способностей, которые могли бы сбить замедление. Потому что мы будем играть через Атос, ну, либо через Хекс, там уже посмотрим. И, короче, ну, это должно быть реально очень круто, ребятки. Ну, и за идейку, конечно же, друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на YouTube-канал и смотреть другие видосы рубрики «А что если?». И не только, ребятки. Буду очень рад, если будете поддерживать. Ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, жестко будет. Ты уже чувствуешь? Я чувствую движение. Я чувствую, такое что-то хотел выдать, но такой вспомнил. А, блин, мы ж на стриме. Запрещенка. Я на связи, на проводе. Надо там, поэтому надо шифровать. Скажи, пожалуйста, можно тебя попросить сейчас один момент очень крутой? Да. Передай привет всем тем, кто сейчас думает, что это стрим. Вот. Все, кто думает, что это прямая трансляция, это правда. Мы на прямой трансляции. Все, поняли, ребята, все в чатике, все довольны. Очень часто, когда идет премьера нового видео, все такие в чате, слот там. Хен, я на стриме, я не помню, что там пишут под этой, под премьерой. Я ору. Слушай, давно тангусы не покупал, дядь. Опа, что это ты решил изменить своим принципом? Вообще, ну потому что в СК я пойду на мид, наверное. Я, короче, тангусы, наверное, на мид не покупал, ну, наверное, лет 5, вот если не ошибаюсь. Почему? Потому что тангусы, как правило, пулятся, я их не покупаю. Вот, в основном хил. Что ты там хотел сказать и повис? Я уже... А, что, я повис? Нет, я сказал. Видимо, пролагало. Пролагало. Ну и ладно, не буду повторять. Все, я понял тебя. Так, ну что, будем играть через 1-3, и идолонов, скорее всего, я брать не буду. Ну, посмотрим как. Может быть, гибридно раскачаюсь, потому что 4-5, 5-25, в принципе, разница небольшая. А если гибридно раскачаюсь, это 3-3-3 будет все, в принципе, в достатке. А можно будет сделать... Тут замаксить... Тут, допустим, не Макси, чтобы у нас и... Малефайс был крепенький. Тоже его просто соберу, этот Атос, для большего контроля. Да-да-да-да, Атос прям пушка зайдет. Ух ты. Так, отходим, у меня прессинг начался лютый. Ну, вайпера вон
Две тычки, пол хп, тупо под Миднайтом он побегал. Вообще не воспринял чел Миднайт как опасную какую-то способность. И это отлично, потому что все привыкли, что Миднайт пульс это такая какая-то способность. Вата какая-то вялая, да, какая-то неинтересная. Что-то тут надо выбежать по-быстренькому, да. Они тут не будут чувствовать опасности, потому что никто не воспринимает эту способность вообще. Хотя эта способность бьет через БКБ, чистый урон. Вы просто представьте, насколько это круто, насколько это люто. Наивные глупцы. Да. Блин, ну конечно, ласхитить без нулика крайне тяжко будет. Как что-то наивные глупцы, что-то как-то есть фраза варкрафтовская. Жалкий глупец. Вот такая. Не только, еще что-то есть. Наивные глупцы, что такое? Что-то тоже, что-то такого формата. Блин, я больше не вспомню. Вот я что-то вот... не уловил. Несносный глупец есть. Жалкий глупец. Что-то мы деградируем, по-моему. Я что-то сижу, вот эти фразы. Ой, бро. Блин, у меня 4 крипа за 2 минуты. Это тяжко. Он еще приложится сейчас скай на ласт хит, и я вообще ничего не добью. Но он так, пытается динайть. Пытается. Стики мне заряжает. Так, тангусы все в помойку. Давайте тройку подспамим. Ты куда? Ты ж без армора, дядь. Там 260 маны еще. Нифига себе, бро. Опа, Пуджес прибежал. ТП сделал. Пуджес. Руджес. Бьючер in the future, да? Еще тычку дам, интересно. Ай, хорош. Задышено. Так, ну, наверное, через Транквилу сыграю. А шо, что стики не жмакал? Че еще жмакаешь? А, ну, мацаю, очень люблю мацать. Очень люблю мацать. Медовая энигма. Медовая энигма на завтрак. Медовые энигмы на завтрак. Медовые именно. Ой, что хорошо. Что происходит? Что там у вас чисто? Блин, просто тупо стоит вот и не уходит отсюда. Гей-пари, да? Там чисто. Реально гей-пари. Осуждаю, между прочим. Мы поддерживаем все меньшинства. Осуждаю максимально. Скай на низ пошел к вам на тусовку. Опа, раз. Осуждаю. Да, там Скай к тебе идет уже по-любому. Он по речке идет, да? Да, он на речке был, дядь. Ну, нет выхода, короче. Нет выхода. Почему? Окно. Все, я пошел. Ням-ням-ням. Нет выхода. Блин, я ни одного крипа добить не могу с этим дамагом. Дамагом. Ну ладно. И жесть. Давай, дядь, вот так вот сделаю. Жесть, что-то со Скаем сегодня не то. Скай сегодня приуныл. Ну, несмотря на то, что я ничего не добиваю. Блин, вообще ничего не добиваю. 11 крипов. Прикинь, на фрилайне стою и не могу крипов у крипов забрать. Реально не могу, но сейчас нужно дамагу поднять, ё-моё. Так вот сделаем. Ману еще надо. Все. Сейчас буду всех добивать, нулик возьму. Без нулика вообще не могу. Уже у нас 4 просто ходят. Что-то у вас там ты стример, походу, да? Да. Стример. Стример. Стрёмер. Все, есть. Сюрстрюминг.
Стрюминги. Ну, я, короче, в АТОС выхожу сразу. Вот этот весь фарм, который сейчас есть, в АТОС буду выфармливать. Эти, да, вот эти вот ваши неопознанные объедки. Объедки. Ну, лик берешь сразу, ласт хит пошел. Как это работает? Ну, в 40 крипов должен выйти дефолтных. Неопознанные объедки. Это на мусорке, когда ковыряешься, короче. Damn, bro. Что тебе надо, брат? По идее, я победю тебя. Победяй. С руки победи, победю. Победил. ЗБ. ЗБ. Ай, чувак, ЗБ. Так, пока не буду брать никакой атрибут. Оставлю. Идолонов, не знаю, буду брать или нет. Но мне кажется, идолонов я брать уже не буду, если я так хорошо мид задоминировал. Скай просто по КД. Так, Скай к нам летит, мне КГ. Скай, он такой, дядь, но он на миду не стоит. Он ставерный к вам туда, напрямую. Блин, хорошая катка на то, чтобы размяться, потому что это первая игра, и вот это дропать, поднимать транквилу, это прям, ну, такое искусство. Хорошо, курмагаз. Black Hole будет, я думаю, подбегу. Магаз? Курмагаз. Мне послышалось курмагаз какой-то. Курмагаз, это что? Это... Не знаю, на, это на какой-то другой магазин на Кавказе. Курмагаз. Чисто к бабушке поехал в Черкесск. Зашел в курмагаз, дядь. Так, МП 0, дурачок. КП тоже, ты виноват. Нет, ты виноват. Чё, Антоха, спрошу актуальный вопрос. Чё там Dota 2? Как дела? Слышь, вчера играл по фану, зашел, взял Леона поэкспериментировать. Там, прикинь, после фингера у него отрастает клешня, и он ей махается в ближнем бою. Что за крип? Со сплэшем, как Свен, со сплэшем с дополнительным уроном. И там проработаны эти эффекты, у него анимации разные. Выглядит проработано, не криво. Прикольно. Слушай, какой-то на самом деле по этому, по твоему разговору, какой-то бред чувака, который, не знаю, бухал месяц. Не, ну как бы бред не бред, но выглядит прикольно. Я, короче, вчера ему играл, я на мид его взял. И у него урон с этой лапы стакается так же, как урон с фингера. Понял, за киллы? Угу. И у меня с руки после применения фингера было урона плюс 400, чем просто с руки. С кливом там, понял, с сплэшем. То есть, получается, что он милишником стал? После фингера, да. А с авторином, короче, на последнем уровне КД фингера 15 сек, а длительность этого фингера, то есть не клешни, 20 секунд. По сути, если мана есть, можно всегда бегать в этой форме. Боже, какой же это бред, дядь. Какой же это бред. Черт возьми, что ты несешь. Вообще жесть. Что у тебя там происходит? У меня тут Black Hole кастуется. Чем ты там, черт возьми, занимаешься? Фига тут зарубы какие-то, дядь. Меня попытались убить так-то здесь сейчас. Акс вышел, ультанул и все. То есть даже я не ультовал. Забыл, что у тебя плюс 20 магрезиста, как синодет. Ну, у меня очень много магрезиста. Если на то пошло. У меня еще жопное горение устойчивость прокачана. И от запиливания тоже у тебя есть защищенность.
начинается, как ты уже человек женатый. Запиливание. Запиливание у меня не это, не прокачано у жены. Она еще не изучила данный навык. Бро. А где такую можно купить? Альтушку на госуслугах можно заказать. Госуслуги. Госуслуги. Так, слушай, у меня есть атосик. Портосик Арамиси. Маленький атосик. Маленький атосик. Можно кого-нибудь испепелить. Давай. Главное, чтобы блочок еще был маленький. Блочок маленький. Он пуч, хорошая цель с фазами, кстати. Я бегу туда к тебе. Я вот здесь уже, дядь. Опа, Саймонс. Сейчас РП Равагович будет в троих. Опа, а это уже будет ФФ, пиши. I'm alive! Нет. You are dead. Там ЦМ-ка чисто страдает под этой розой, но жалко, ни лап, ничего нету. Да, жаль. Мне пришлось байкнуться. Байкнуться? Я сюда, кстати, вернусь. Давай, ну мы тут чилим, у меня уже Миднайт почти откатился. Watch Killing Spree. Killing Spree. Чисто Миднайт так вот по процентам, ну нифига не дамажит. Кидай лапу. Да, она идет. Жесть, что за кринж. А, смотри. Чисто. Ну ладно. Чисто от сетки, да? Давай Скай запетушим. Вот этого тоже можем. Сейчас я ему единицы кину еще. Опа, хорош. Вообще так без проблем с этим атосом. Ну, фарми, фарми. Вайпер топ ломает с худом. Он думает, худ ему поможет. Тихо. Вообще, там Дум должен был его высушить просто. Вайпер там это. Дебилюм, этот. Там дебилим, дебидам, дебидам. Вот. Че там лапа у тебя? Три, да? Ну, четверку берешь и можно. Берешь, да. Поработать можно. Я думаю, медасик можно сделать, так как катка тут будет долгая, пастовой катки тут не будет. Хочется подольше, чтобы прям с контентом. Ну, как обычно в целом. Ты. Но меня, кажется, приняли. Только замедла, жалко, вард я не успел поставить. Ну, я атос дофармливаю, и давай я с тобой поехал. Жесть. Окей. Да, да, да. Не вопрос. Блин, меня что-то так это сейчас. Неприятно. Я мог вот здесь вард поставить, но захотел именно вот сюда поставить. И получается, что выхожу на двоих героев и умираю. Обидно? Не то слово. Да, да, да. Кастуй, да? Not bad. Not bad, брат. Хороший каст. Так, лапы замакшены, да? Найс. Найс. Но я фиданул чисто-чисто так, как надо. Тактически. Тактически. Как договаривались. Как договаривались. Так, ну возьму еще тогда варды 4 и пойду подваржу. Ставки на спорт, там 3-2-2. Осуждаю. Ой. Занимайтесь спортом, не делайте эти каки. Без ставок, просто без спорт. Ставок, просто спорт. Спорт! Спорт! Все. Ой, спорт, спорт просто. Пудьян. Так, что там у тебя по атосу? Скоро, да, будет уже? Да, 500 голды. Опа, сзади меня товарищ. Товарищи. Как он так больно? Крипа, дынай, дядя. Офигеть. Просто зашел сзади и убил. Рак, что ли? Пенетрак. У них, походу, вард стоит еще, видишь, сразу позицию сменили. Оп. Блин, как же она хреначит, Роза. Все равно, даже сейчас чел сгорел. Блин, вот эта курочка
Ну, это единственное, как я могу попытаться выжить, но и то я не выживаю. Аксоси не засыт и подкатит. Ай, как же долго. Ай. Жесть, от этой драки. ЦД. ЦД говорит. Блин, пуш, конечно. Не, да я не думаю. Ну, хотя... Да не, может и врет, кстати. Потому что мы давно же дрались тут, да? Меня... Сколько времени прошло? Ну, прошло нормально так. Нормально так прошло. Дофармливаю. Да не надо! Дофармливаю! Дофармливаю! Чуть так всю игру будет, да? Зафармили. Дофармливаю. Ты видел, что шаман сделал? Не-не, чё там делал он? Да он напал на меня, дает мне кекс, и после этого знаешь что? Чё? Телепорт. Руки трясутся. Ой, жесть. Так, ладно, я тогда фармить, если мы не можем собраться. Тогда качаю идолонов и АФК фармлю. Вторая стратегия называется «Забил на контент». Опять ты меня обходишь. Так, ну меня, кажись, тут сейчас примут, да? Да какое сало. Ну, я умер. Это так по КД сейчас будет, если мы не соберемся. Может, я их сейчас допью? Боже. Они с топа даже не ушли. Ага, понял. Вайпер, Лотар. Так, смотри, короче. Сейчас мы собираемся с тобой вдвоем и идем. План такой. Без Атоса, да? Да, без Атоса. У меня есть Атос. Почему мы не комбиним? Ну, let's go. Уже я просто по КД, вот три раза тупо по КД умираю. От руны вот здесь началось, как и все, и пошел конвейер. Даггера нету. И все. Давай, альтруи, поехали. Давай. Да там пуч лоу хоповый такой идет. Пуджа я догоню. Ох ты какой, смотри. Этого так убьем. Я бегу, бегу, бегу. А все бегут? Ты далеко, да, там? Я тут. Кидай лапу. Кину сейчас, секунду. Да что ты хочешь на ЦМ-ке? Я жду вторую, если что. Еще одна. Ох, как их пилит, посмотри. Он на секунду просто зашел. Еееее, я сейчас сдохну от вайпера. Ну, там жесть, там вообще очень жестко, пацану. На скай залетело. Че, ты тоже умер? Да. Ну, блин, мы так на самом деле весь темп себе потеряли, когда, короче, у меня все было, мы не собирались, а сейчас, получается, надо фармить. Вайпер лотарный. Короче, давай фармить аккуратненько. У нас все стороны поджимаются. У меня даггера нету, я очень сильно в темпе просел уже. Ну, давай, с мида я офигенно вышел. Вышел с мида офигенно, а сейчас уже все. 3-4 раза вот подряд умираю и гг. Но этим и будет интереснее игра в любом случае. Ну ты пока подошел, тебе там по двумя лапами просто так улетело. Ну там вайпер с инвиза, если б я видел его, как бы я б не это, не сувался. А вайпер умирает под тройкой, 100%. Если что, есть у меня. Да я видел. Ну я такой думаю, надо немножко под АФКшить сейчас. Немножечко. Я, наверное, глиммер сделаю сначала. Я думаю, это будет импактнее. Глиммер сделаю, дядь. Давай. Вообще надо было мидас сделать. Ну вот как вот только... О, смотри. Вайпер. Он меня хейтит, короче, на вайпере. Но я не ухожу тут никак. Жесть, конечно.
Он меня видит, что ли? Почему он убегает? Но он может и с трехглазый. Ой, хорош, хорош. Блин, такое себе. Я реально вот 5 раз просто по КД фижу. Тупо по КД, реально по КД. И ничего не могу с этим сделать. Никакого подсейва нету, есть Атос, но от Вайпера я с Атосом не уйду. Жесть, конечно. Смотри, куда идут. Да, либо тут вард стоит, не знаю, может ЦМ-ка у них там вардит, но я не хочу всю игру вардить так-то. Я тогда сейчас, не знаю, Атос продам, Мидас куплю и буду фармить. Не, ну, а у меня варианта нету, это даже импакт не будет, потому что я не могу фармить, я на лайн выхожу и умираю сразу. Мне даже будет выгоднее Атос продать. Чтобы я мог экспиться и как-то выйти в дагер, в дефолт. То есть я думал, мы как-то будем подкомбинивать, а мы так и не собрались ни хрена. Так, ну я иду, если что, я здесь. У меня нет блэкхола, правда. Давай мне единицу, дядь. Кинул. Хорош, да дай эту штуку кинуть. Ох, нифига, его нормально там крайне этот тик домогнул. Ой, цементка, дядь. Я руку кинул. Там цементка кастует, дядь. Цементка. Тут стоит еще 10 сек будет под руктурой. Да понятно, у меня нету кнопок просто. Жесть. Так, ну смотри, вот эту штуку купим. Цементка. У меня вот тут КД. 1.3. Вот здесь вот можем с Аксом сейчас, мне кажется. Иди. Не, ну Акс не торопится, как бы. Там крипы кончаются, а она под конец крипов по-любому, блин, конется. Хотя бы что-то попытаться сделать. Кинуть Атос, может что-то подзатупит, Акс прыгнет быстренько. Не знаю. Хотя бы. Я забыл, что у нас Doom есть. Doom есть, да, он хардовик. Так, ну я сделал Глиммер. Сделал. Сейчас чуть повеселее будет. Буду хотя бы эскейпить. Он же не будет против тебя дасты покупать. Не, это невозможно. Может быть, Гасту возьмем еще. Но в целом интересное будет. Вот этот фит начальный, он очень сильно даст контента в этой катке. Будет прям кайф, дота. Кайф дота. Так, ты у нас на низу, да? Смотри, смотри, Пуджи, Руджи. Блин, надо все равно варды, дядь. Сейчас ко мне, надо короче, подходи. Я, смотри, он рядом откуда. Но он не один, мне кажется. Настакивай лапу. Да ты че? Это что такое? И че, он один тут реально? Понял. Вайпер вон. Кинул еще одну тебя. Хорошо. Блин, она реально жестко сжигает, дядь. Так, я подойду. Ай, не подойду. А, это иллюзия, да? Есть сентри. Ой-ой-ой, дядь, не надо. Да они наши, дядь. Все, под малефайсом. Без шансов нету. Ой, меня зажало. Разбивай. Зажимом. Блин, надо было раньше давать. Поможете? Сможешь помочь? Я малефайс дал ему еще. Еще розу дам сверху. Хорошо, пойдет. Что-то как будто у них тут варды есть, дядь. Я, конечно, не знаток этой игры, но мне кажется, у них тут варды есть. Блин, я мог Магнуса засейвить, так обидно. Надо было нажимать. Смотри, ЦМ-ка пришла. Слушай, она линку делает. Ах, тут чел. Дуру, что ли, не ловить, чтобы? Наверное. У меня есть чудо-стратегия, я беру себе Мидас. И в даггер. Вместо даггера Мидас. Слушай, а можешь Октарин попытаться колотнуть? Ой, вообще без проблем. Давай. Три лапы и просто Midnight Pulse. Детройки. Детройки, зах. Мне кажется, там никто не выживает под этой темой. Пуш очень сильно страдает. У него хп много, типа вообще пофиг, сколько у него хп. Не хватает золота. Слишком много золота. Блин, эта катка, она на самом деле будет, ну, прикольная. Legendary. Legendary Gaming of Triborg and Xenizes. What you think about Xenizes? He's a wreck. Wreck, crap, crap, crap. Именно вот так, crap. I think his ass is very big. Very big, bro, к нам сюда идут. Это мы можем с ними подраться? Можем, единицу накидывай.
Одна есть, да? Хорошо. Второй кинешь? Кидаю. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, смотри. Смотри, как Пуджа уничтожает просто. Ой-ой-ой. Там... Смотри, Скай страдает тоже как. Они, короче, вообще эту тучу не воспринимают. Я тебе говорю. Давай вот этого туда. Отвалите от меня. Лапу, если что. Дядь. Сейчас глиммер будет у меня. Атос кинул. Я еще ему кину Атос. Сейчас Скаю напихаю, братка. Лапу мне накидывай. Я. Сейчас кину. Хорошо. Кину. Дал еще ему Атос. Хорошо, у меня тройка сейчас будет. У меня еще Атос есть. Вот, вот наша сила. Сила мужского здоровья. Где бит? Смотри, написал, что это сказать. Где бит? Типа диджей. Оп, еще. Блин, это на самом деле имбово под этой розой. Эти замедления. Они, вот сейчас Скай вообще не воспринял розу всерьез и тупо пошел в нее и реально очень сильно получил. Может, напрямую у них спросим, они вообще воспринимают розу или как? На первом свидании. Ну, камбэк на Линайса. Найсово, камбэк на Для них нужно две розы. Вы понимаете, о чем я. Типа, если, кстати, с рефрешем бахнуть, дядь, ну, типа, там вообще будет жопа. Так, вопрос. Даггер делаем, да? Правильно? Даггер, да. Ладно, я влез свой. Даггер сделаю тогда. Блин, мне нравится. Круто. У меня скоро будет уже Октарине. Отлично. Это просто прекрасно, друг мой. Хотя я, если я сейчас опять буду фидить. Ну, фидить это как бы дело такое, нужное. О, реген, нифига себе. Я по-мужски бегу, если... По-мужски дерись, как мужчина, дядь. Хорошо. Даггер есть, кстати. Слышишь, если можно меня забафать, я там прыгну с блэкхолом, с розой. И сдохну. А не сдохну. Просто понял, стратегия какая. Отличный план. Отличный план. За наших предков. Разумеется. Аганим бы еще хотелось бы. Аганим бы. Аганим бы. Вард ставит. Видишь, шаман ставит варды. Шаман кинг. Мне 500 голды за этого. Давай, дофармим и подеремся. Музычка. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Куда это? Что это такое? Шаман Кинг. А, извините, я не смотрел. А почему тогда мемишь? Ты мемишь, что ли? Ну, мемит я знаю, а там не смотрел. Мультик не в детстве, всегда после школы приходили, смотрели. Осуждаю. Том и Джерри. Том и Джерри, не щиплет глазки, я знаю такую музычку. Ушел в фарм, и золотишко потекло горой. Медасик делает свои дела. Скажешь, когда там у тебя готовность номер один? Там пайп купили, они думают, что пайп им поможет. Прикинь, дурачки. Пайпер, есть такая актриса. Блин, меня сейчас убьют, мне бы купить только Мистик Став. Все, купил. Закуп успел. Закуп успел. Пойдем вот здесь, Антох. Стянись сюда, они по-любому сейчас мид пойдут толпой. Я там им сюрприз с тремя лапами покажу. Можешь просто в тупую настакивать на меня. Сколько там? Раз, два, три. Ну, если что, я думаю, они будут пушить, типа, ну. Короче, по КД на тебя кидаем. Да, просто по КД. Если они пойдут, типа, будет офигенно. Хотя вниз уже стянулись челы. Ладно, отбой пока. Пока отбой. Блин, как же я дамажу, жесть. Если я аганим делаю, это ж вообще ужас просто будет. Если они купят БМ, я умираю. Жестко. Блин, крип страдает прям жестко. Тоже.
Блин, опа. Я так и знал, что они меня ждали. Опа, дядь. Так, дядь, ну я тебя жду, если что, я драться не буду. Давай. Блин, так обидно, что ты сейчас засадился. Я соло ультовать не буду там прыгать. Неинтересно. Где унижка видел вард последний? Вот здесь, по-моему, вард. Надо вообще, надо бы, знаешь что, гемчик взять. Угу. Пойду внизу толкну и жду твоего реса. Блин, как жалко, что... Вот прикинь, они вот так вот толпой налетают, и я туда влетаю со всей комбой. Сделай. И что там, сделаем? Кажется, шансов вообще не будет ни у кого. Именно когда они будут на плюс В на уверенности. Так, да, да, да. Победили. А плюс уверенность жесть, как по, ну, на самом деле, внушение дает. Как Курпатов. Да. Осуждаемо. Ну так, слегка. Немножечко, немножечко осуждаю. Мне кажется, даже вот здесь вот у нас поставили, возможно. Как куропатка, дядь. Я могу 500 голды накопить, купить этот гем. Или что, или тебе отдать его. Слушай, а, вот я это. Пока не знаю. Я сейчас... У меня аганим уже не за горами. Аганимус. Ну, у тебя слотов нет, ладно. Звучало как оскорбление. А. Понял, да? Наоборот. Не, ну у тебя слотов нету. Блин, там такие жирные все. Такой кайф. Но на самом деле нужно быть честным и сказать, что начало мы полностью всадили и не комбинили вообще ничего. И не, ребята, наверное, вообще не выкупают, что здесь происходит и почему мы это делаем. Да. Да. И это плохо на самом деле. Я думал, будет чуть повеселее. Так, смотри, короче, внизу, ребята, да, внизу. У меня я аганим беру. Глиммер есть. Хорошо. Да, и можно, в принципе, на низ прогуляться. Вот они вот так вдвоем-втроем там стоять будут. Я думаю, можно закинуть с чисто миднайт. Бахнуть. Ну, дальше они, наверное, не пойдут. О, идут, Антох, давай отсюда. Накидываешь лапы? Сколько две. Есть? Две. Но если драка начнется, типа... Стой, не подходи, не подходи просто. Ко мне подходи. Ко мне просто рядом, будь и все. Просто будь рядом. Просто будь рядом и все. Пусть они, если пойдут, типа, ну... Он акс прыгает, отличный байт. Давай, заряжай меня на фул. А кд кидаю, на тебе три. Три. Хорошо. Уджа достану, а, отлично. Только вайпера не достаю. Ну жесть там с Black Hole, смотри, дамажи как. Дай сюда его. Сюда его. ЦМ-ка идет, дядь. Ей, малыфай скинул. Кастанет забьется сейчас. Хорошо, ну на вставочку ультру даем, да? Да. Оп, хорош. Ну это на вставочку. С горем пополам, но сделали, да? Идем. Хорошо. Давай, пера чуть-чуть Black Hole не достал. Энигма это всегда интересно. Я, наверное, БКБ сделаю. Я чувствую, что оно мне тут нужно. БКБ, рефреш, там, Октарин. Или Октарин сейчас, скорее всего, Октарин сделаю. И, наверное, тот себе сжил, в принципе. Хотя, ну, пока... Пока, наверное, не думаю, не буду продавать его. Пока что не буду. Пока что не буду продавать его, потому что можно и с помощью тройки просто. Вот сейчас, например, я Линку сбил в ЦМ-ке, она не ожидала, что ей Малефайс залетит. Так-то. А там уже все, она не кастанет ничего. Курочка. Так бы, мне кажется, сейчас бы она разорвала нас. Так. Половина Октарина есть.
Там что-то на руне какой-то бес бегает, жирный. Че, подойдешь сюда? Миднайт там побалуемся. Кидай лапу. Кидай. Хотя бы одну. Уджа сожжет нафиг сейчас. Хорош. Вардик собью. Хорошо. Блин, там пуш, прикинь, под ультой Дума. Плюс я там кинул, одна секунда-то. Ну, хп, наверное, 300 у него точно слетает с одной этой. Можно посчитать. Если у него 3000 хп, 5% с 3000. Это с 1000 5%. 150? Это 150. Ну вот 150 демеджа. Ну чуть больше. 180 демеджа с одного тика. Раз в секунду. Так оттуда еще выбежать надо. Жестко. Это жестко. Так. Мидас не очень хочется скидывать мне, потому что мидас сейчас под акторином, это такая имба. Ой-ой-ой, у меня проблемки. Я бегу. Так, сделаем. Я умер тут, 100%. Дядь, ну должен. Хорош. Пойдет. Забрал. Жалко, ты не рядом был. Там одна лапа, я бы всех задушил, наверное. Ну ладно, продаем мидас, покупаем акторин. Если бы сейчас был бы акторин, я бы сейчас еще и отхиливался от этого, в этом файте. Я там почти сам убил их всех. С ультимейта. Я видел. Они, короче, понял, с лотара чувак заходит. Шаман с кустов выбегает, другой с лотара. Шаман, так абсурдно. Шаман отсюда выходит. Вот так вот, понял? И дает мне сетку просто. Но я не думал, что они там драться будут. А вообще они играют максимально странно. То есть я их не могу прочитать, этих оппонентов, потому что они типа, ну знаешь, вроде обычная дота, но либо у меня башка сейчас не варит, либо, ну вообще жесть, не понимаю их. Чего они делают? Вообще неадекватные действия какие-то, знаешь, там нет определенного плана игрового у них. Там пойти пушить низ, там загангать того туда. Самое главное, они что все время вместе ходят, чтобы убить кого-то. Они ждут, вот ждут, пока мы куда-то пройдем. На вардах. Да-да-да. Да-да. Слушай, а тебе можно, в принципе, я даже думаю, лотар бы. Хотя, либо дагер. Лотар. Ну, что думаешь вообще по слотам? Я хотел вообще просто линку купить, чтобы они меня не ловили. Ну, можно и так, можно и так. Ну, бери, да, почему нет? Почему нет? Либо БКБ-ха, либо линка. Тут либо контент, короче, покупать для контента, либо для того, чтобы выиграть. Слушай, ну и так выиграем-то даже с контентой. Только нам надо сейчас вместе. Пусть кто-то подбайтит и, в принципе, 70 секунд. Да даже без блэкхола. Сейчас под розой. Накидывай, пойдем. Вон, Скай пришел, я его сожгу просто. Не, мой еще кину Атос. Сколько лап? Две. Все, он под Малефайсом, смотри, просто там сжигает. Мне лапу думал, кидай. Еще одну кину. Хорошо. Сколько хп сожжет, надеюсь, даже. Может, наверное. Во-во-во, да, его почти убило, прикинь. У нас вот тут люди. Его почти убило, прикинь, просто за пару кнопок. Отходишь, дядь, надо уходить отсюда. Отойдем. Тройку накидывай, там пуджа сейчас будем сжечь. Ой-ой-ой, цементка. Сзади. Там настоящий. Боже, что она делает? Опа, тычаночка. Да. Кидай мне единицу, сколько накинул? Три. Смотри с пуджом, что сейчас будет. Два, три, четыре тика, пять тиков, шесть, семь. Боже, просто его... Его за 7 тиков сожгло. Единица КД была. За 7 тиков его сожгло. Тройку, если что, накидывай. Вон вайпер тоже. Но у него, кстати, этот линк. Ничего страшного. За 7 тиков пуджа убивает. Блин, а если разок хотя бы рефрешер мне купить, типа, это прикол, для четвертой лапы, и чтобы ты... Да там вообще можно лезть. Настолько жестко забафать. Скажешь, когда там сколько лап будет? Ну, типа КД. Два и 2,5, можно сказать.
Ой-ой-ой, смотри, вот этого я уже боюсь, вот этого БМа. Не сдох, ну интересно. Ой, не сдох, хорошо. Смотри, вайпер умирает, смотри, смотри, смотри. Ой, жесть, как же она дамажит, эта вещь. Бро, это жестко. Три айронбрюнки. Айронбрюнки. Если что, тройка почти есть. Блин, опять тут вайпер. Но я вот так делаю, это максимум, как я могу выжить. Если убью кого-нибудь, хильнусь. Ай, вайпер. Пассивка вайпера не работает, понял? У Дума агоним, и я выжил за счет этого. Че ты там далеко пошел? Бро, вот так сделай, там максимум, что могу сделать, вообще хпшек нет. Блин, живешь? Попал. Хорош. Роза, туда ему на пуджа. Хорош. Блин, жесть, как я сейчас выжил. Если бы я сейчас под лапами не был, я бы не смог бы выжить. По факту. А где еще? Жесть, конечно. Вайпер, конечно, такой. БМ прожимает, и я там чуть ли не умираю. Тоже очень сильно бьет. Хорош. Сзади Шама. Шама. Э, Шама, ты куда, брат? Король. А, и все БМ, смотри, какие колючие все. Ой, бро, жесть, ну дамага прям лютая. Блин, жалко, аганим нельзя бафнуть себе. Просто, чтоб не занимал слот. Да, жаль, это не Dota 2. Жестко, блин. Это очень жестко, дядь, я тебе скажу. Там челы просто умирают. Если они, короче, втухают, то они тупо дохнут там. Тупо если втухают, то дохнут. Так, я, наверное, хекс возьму. Давай. Хекс. На тебе. Два драги. Угу. Так, Хатосу время ушло. Хорошо. Так, ну что? Сейчас бы их собрать так толпой хорошенько. И я можно... инкутят покидать. Угу. Пойдем рядом со мной, будешь? Там у всех по линке. БКБ-ха у ЦМ-ки. Она думает, она ей поможет, это БКБ-ха. Сюда пойдут, да, наверное? Почему женщина не моет посуду? Антон, что за дела? Уже сделано. Все в порядке. Блин, да, Рошан обид, кстати. Слушай, ну я вот тут так сделаю. Я просвечу их. Так, ну, Розу задоджили мою. Там продают, 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 дядь. Отходим. Хотя, если сейчас откатится, я прыгну. Ну, в двоих под лапами. Ну, дядь, перетянись ко мне сюда. Хорош. Еще лапы. Хорош, 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 нормально. Этого я с руки добью. Тут лапу кинем, пуджа два раза убиваем, дядь. Че у тебя там по кнопкам? Кидай мне лапу по КД. Кину. Ай, успел, блин, кануть, прикинь. А, внизу он, вижу. Да-да-да, я вижу. Я вообще замедлил. Да мы его убьем. Не ссы. Закайтим. Да-да-да-да. Сейчас, я прыгну, начну бить. Замедлил. Хорошо, хорошо. Сейчас Розу ждем, Розу, поиздеваемся, дядь. Кидай лапу мне, есть? Вот так дам ему? Лапу накидывай. Хорош. А когда я кидаю? Смотри. Динка! А не успел. Чуть-чуть, не, нормально его сожжет. Еще лапу кидай, он просто сгорит сейчас на работе. Это жестко. У меня сейчас Роза уже откатится, можно еще раз его прям патроном. Накидывай по КД. Так, мне отхилиться надо. Он сейчас прыгать тебя убивать будет, дядь. Лапа есть? Удачник, кинул. Хорошо, пошло дело. Смотри, смотри, смотри. На теленку. Еще одна лапа. Хорошо. Еще замедление ему.
Просто как же его выпиливает. Жалко, что суициднулся. Но это имбово. А можно еще раз? Ух, бро, ну хиляйся. Тот самый контент, который нам нужен был. Жесть, его просто убивает стройки. Сколько у него хп? Я что-то прогулял. 3000 есть у него хп? Не видел. Должно быть, должно быть. Да, может даже больше. Может даже больше. Может даже больше. Можем тут стоять, стакаться, я думаю. Тройка. Есть. Ульта почти откатилась. Опа, смотри какая. Есть тройка, да? Да, на те две. Хорошо. Да. Так, сейчас шаман в розу сюда зайдет. Не заходит. Вот зашел в розу. Смотри, как его заметил, задушивает. Заметил. Хорошо. А тебе еще одну? У меня закончилась роза. Я... Отойди, да, немного, дядь. Стороночку. Оп, блин, конусь. Розы накидывай, будет сейчас дело. Заметил. Хорошо. Так, делаю. Блин, это плохо, конечно, выглядит. Еще хп нету. Жесть. Немножко они так в позиционке, челы. Подхилися. Да, подхились немножко. Блин, это прикольно. Если они... Они, короче, теперь поняли, что розу надо кайтить. Теперь не подходят к ней. Извращение, конечно. Боятся, боятся теперь. Как будто у них вот тут вард стоит. Я не знаю, либо там это, чисто на чуйке пацаны играют, либо там вард. Повезло, что вайпер не додумался нажать БМ и забежать в розу, короче. Так, ну я фуловый, найс. Пусть мне пох на эти раки. А мы не торопимся, дядь. Ух ты. Вайперу накинул там фулл паки, дядь. Смотри, как его уничтожает просто. Он. Ты просто понимаешь, что там Раптура, и он на месте почти стоял, и просто тройка его убивает. Ты просто понимаешь, насколько это круто, да? Либо умирать от Раптура, либо от твоего пульса. Да-да-да, сейчас Ставр подпушится, дядь, лапы. Сейчас когда тройку кидаю? Ждем. Тройку ждем. Пинка на тебе. Хорошо. Эх, Пуджа. О, достал Пуджа. Хорош. Смотри, как Пуджа уничтожает. Ой, бро, это что за дота, а? Давай вот это вот туда же. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, замедлил. Под колодец можно будет тройку кинуть. Ой, кинул под колодец тройку, проверяй. Проверяй. А, я ненавижу себя за то, что я всегда на этих хуки иду. Жесть. Я реально сам на этот хук пошел. Блин, так красиво было бы, жесть. Просто розу можно под колодец закинуть там поглубже. Крацубо. Знаешь что, давай я этот, слышишь, рефреш куплю. Давай. Может, мне тоже рефреш купить? Для одной лапы чисто дополнительно. Да, типа, ну, типа две розы поставим там, не знаю. Ну, вообще круто, конечно, два блэкхола было бы поставить, но тут блэкхолы мы не ставим толком. Кому нужны эти блэкхолы? Кому нужны эти блэкхолы, правильно, кому они нафиг нужны? Главное, стройка работает. У Пуджа 5000 хп! Дядь, 5000. В секунду 5%? 5,25. Я думал больше, думал 7 будет. Ну ладно. Жесть. Так, быстренько давай посуду, иди мой. Ты на этом, на громко или нет? Нет. Повезло ей. Повезло. Так, давай быстренько посуду мыть. Я не знаю, откуда этот прикол пошел. Я ничего против, ну, не имею, типа, ну, насчет посуды вот это все. Но это сугубо юмор. Серьезно, чтоб никто ничего не подумал, просто рофлы и все. Так, это мы осуждаем. Не, ну конечно осуждаем, но как без осуждения это? Без осуждения никуда. Осуждаем, отчуждаем. Вот так вот беру, дядь. Тревела. Нет, кем надо выбрасывать.
Точно, у меня флотов уже нет. Вот это я опасен. Ты посмотри на меня. Че, пойдем на низ вот сюда? Сейчас по-любому все перетянутся. Погнали. Да, у тебя тревела. Ага, кдшится еще. Они у тебя быстро кдшится. Если что, может быть даже на тревел. 5000 хп пудж. Внимание. Сколько бы ни было хп у пуджа, он все равно будет фидить. Сколько бы ни было просто. Блин, тут вообще на самом деле, если мы играем через Midnight, я бы, наверное, даже, возможно, Аганим бы выкинул. Потому что, ну, Black Hole это как перестраховка. И в Black Hole эти 4 секунды с розой, они реально очень крутые. О-о-о, смотри. О-о-о, смотри. Так, дядь. Смотри. Смотри. О-о-о, смотри. Две лапы. Я не сдох, но он здесь от БМа. Блин, жалко. О, роза-то висит. Байбэк, ну, сделать. Не хватает на байбэк, блин. Жизнь там быстрый. Блин, я чисто от БМов умер. А, еще эти змеи поддушили. БМ-ку нажмешь, и мне кажется, он умрет. Тебя в сетку будет брать сейчас. Блин, они все байбэкнули, смотри. Почти все живы. Ой, жесть, психи. Ну я бы тоже бубакнулся. Блин, Black Hole хороший, но реализация подкачала, что там змеи задушили. У меня вообще на самом деле очень сильно здесь просадка была по FPS. К слову, у меня ком за 200 тысяч. Warcraft. Не тянет Warcraft 3. Да, ну блин, как. Я не знаю, как это работает, но Warcraft все-таки очень сильно нагружает. Но скорее всего, может, не Warcraft нагружает, а именно настолько, ну, древняя вообще игра, что она, в принципе, не выводит сама. Такой, да, нет, FPS. Бракованный продали. Возможно. Нифига, смотри, что делает. Как думаешь, вард есть там? Возможно. Опа, еще такой, сеточка. Жесть. И никнейм, fuck you. Fuck you. Блин, ну, пацаны молодцы, оппоненты. Жесть, под 14, 12, 14, 18 и 16 раз челы сфидели. Я еще, блин, самый минимальный фидер на карте, и ты тоже. 20 раз у нас пацан на Магнусе умер. 20. Жесткая дота, братка. БКБ не хочется брать, но можно, конечно, тревел в кустиках носить и... ГТП. Акс, молнии такой, заряженный прыгун. Так, ну я, кстати, хекс не юзаю вообще. Пока что. Да. Не знаю, зачем я его брал. Че говоришь? 40 тек еще не дорезал. Хорошо, ну я подваржусь пока, надеюсь, не сдохну. Потому что они так неадекватно двигаются как-то. Я дефолт и подваржу. Ребята тут по низу идут суету наводить. Я думаю, успею подвардить. А вот там БМ, у Вайпера или у Пуша? Ну, у Вайпера БМ-ка. Хорошо. Мид от Тавара, в принципе, оттолкнется там, я думаю. Сейчас я прилечу к вам. Ну, ко мне, подожди, если что, подлетай. Да, я тебя ждать буду, я не пойду, я не буду драться. Прям на меня там лапы по колдауну, дядь. Первая есть, да? И вторая. Вторая есть, да? Я, если что... Да ты посмотри, Скай... Ты выхилился. Да-да-да-да, найс, еще Black Hole поставлю. Шесть. Блин, жесть, если б я сейчас не хильнулся... Я даже розу вторую не кидал, потому что там тупо Black Hole. Нажал и все. Но это вообще опасное оружие, на самом деле. Все, лапы по КД, дядь, потому что там вайпер байбэкнулся, если что, через Хексова. Я даже делаю вид, что я ухожу, а ты фарми. На Идало накинул, кстати, Blood Rage. Гёга. И пуч. Во, я прыгаю, Хекс даю ему. Хорошо. Замедляю его. Хорошо. А теперь НК. Хорошо. Смотри, как его пилит. Опа, здорово, дядь. Не надо, пожалуйста. Так, но он с этой вышел. Шесть. Я могу бабакнуться, если что. А, мне кажется, ты не уйдешь. Блин, вот это в погоне за контентом, да, чисто фидоним. Погоню! Погоню! Блин, байбекаться или нет? Я байбекнусь.
Мне БКБ как будто надо здесь. Даже не хекс. Хекс надо дропнуть, БКБ взять. Типа, если БКБ возьму, меня вообще тут, в принципе, ничего не убивает, я так думаю. Ты прыгаешь, ты просто умираешь вот, пассивно от чего. Да, да. Я БКБ сейчас куплю туда. Может даже аганим продать, потому что все-таки розу я накидываю. Слушай, давай я аганим продам. От розы дамага очень много. В принципе, Black Hole. 4, типа, блин. Да, я так попробую. Мы же через розу больше играем, у них трон сейчас падать будет. Я думаю, так лучше будет. Намного лучше. Там Релинкин сферы. Неужели они так хотят закунтить? А, там Дум же у нас точно. Нагоним, продадим. Дум, короче, с этим, с аганимом по кайфу, дядь. Чё там душит? Ух, нифига себе. Ну, вот, эх, ладно, петушка зацепил. Хорошо, ну Black Hole быстро кадешится, ничего страшного. Хорошо. Так, ну тут сейчас будет, походу, жесткая драка, дядь. Ты подойдешь сейчас? Я резаюсь. Резаешься? Хорошо. Вайпера что там? Так, отойдем, давай в ХГ. В ХГшку. Я рефреш не хочу жмакать. Ты что, тройку просто накину? Можно в мид резко к Пуджу. Есть тройка, накидывай мне. Пуджу в мид. На тебе две. Хорошо. Но он сдохнет сейчас. На Пудже здесь. Под лапой. У него 5000 хп, к слову. Я просто сейчас 5000 хп слил Пуджа за 7 Байбэк. Секунд. Байбэк. А ты рядом, да? Смотри, смотри, летят. Пуч идет, и они оттягиваются. Хорошо. Вот отсюда надо уйти. Вот сюда хотя бы. Ну, блин, тут могут быть варды. Все может быть. У меня байбека нет. Давай отойдем. Отойдем. Да-да-да, вот надо отойти, я думаю. Давай на топ стянемся. Да, идут сюда. Прям вот как я читаю вот этот момент, дядь. Я тебе отвечаю, либо варды, либо софт. Смотри, 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 видел уже. По пятам уже. Но у меня Black Hole КД, дядь. БКБшки нет у тебя, да? Нету. Хреново. Ну, слушай, если мы сейчас сдохнем, это, скорее всего, будет конечно. Нет, у меня есть байбек. Хорошо. Тройку есть. Давай улетим. Я улетел. Хорошо. Давай. Я тоже тогда... Не буду рисковать. Вот здесь вот блинк. Вот здесь ТП. Жесть. Но Black Hole уже почти есть. Я мог рефрешнуться там, знаешь, там что-то какая-то импровизация, но мне кажется, мы бы там не потянули. Когда так зажимают со всех сторон, это очень невыгодная позиция. Да, не видно их и не знаешь, что ожидать, с какой стороны кто нападет еще. Поэтому лучше сделать немного пограмотно. Правильно, правильно, Антонио. Вот это наша грамотная игра называется. Сейчас у меня уже почти... У меня пол байбека есть. В случае чего я там... Я БКБ еще ни разу не жал. Он товарищ. Кого там душит? Скай душит, да? Туши его нафиг. Так, я хочу Пуджа 5000 хп, дядь. Слить. Че, рядом со мной будешь? Да, 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 конечно. Хорошо. Погнали, низ. Встанем. Раз, два. Кик АФК у нас там. Кто? Восьмой это кто? Не кик. Сейчас, если они все сюда подойдут, там пуш на миду, да? На миду пуш. Ага, смотри, ЦМ-ка идет. С Лотаром, понял? С Линкой. Блин, на миду бы там кастануться бы, да, так красиво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это моя ошибка, дядь. Боже, он как будто, знаешь... Короче, вижен у меня пропал, я без байбека, Антох. У меня вижен пропадает, и получается такой прикол, что я кидаю розу, чтобы разбить деревья, чтобы можно было кнопку нажать, и не успеваю совсем ничего нажать, и умираю. И меня просто сразу сетка, хиксы, и все, я даже ни БКБ, ничего не нажал. Но у меня чуть-чуть до байбека, если что, но я думаю, они нас не сломают. Блин, такой бред.
6. Главное, Doom, которого АФК уже кикает систему, пишет, где все? Блин, бредово, конечно, я не понимаю, как будто реально они нас везде видят, а мы их не видим. Я вот прям чувствую, как будто, что у них что-то по-любому есть. Я не думаю, что там варды до сих пор стоят. 60 секунд, дядь. Байбека 2 минуты. По-любому у них там софтный пуч, я тебе говорю. Что-то такое есть по-любому. 50 секунд, байбек почти есть, дядь. Ну, он такой, он может, короче, прыгнуть. Вот здесь вот эта фигня, она иногда либо из-за Октарина, короче, снижается колдаун, либо просто вот так нету-нету, раз появился, типа, байбек. Иногда до таймер до конца не доходит. Глифанул кто-то зачем-то. О, все, байбек откатился, как я и говорил. То есть его вот здесь вот дошел и откатился. Дядь, ну 20 секунд, терпи. Это так, пуджа, покачу. Да, у тебя там КДшки, раптуры маленькие. Я в БКБшке просто прыгну с тройкой и расхиксую там все понадаю. У них топ подпушивается, да? Да-да. Акс, ждите, ждите. Ждите, глифа жалко нету, сейчас шаман змей поставит, у него рефреш еще. 5 секунд ресаюсь. 1 секунда. Так, ну я здесь, лапу даю уж. Вайпер без линки. Рад, лапа. А тебе линка. Угу. Так, два лапа. Два лапа есть, да? Вот сюда, четверых! Лапа. Ой, хорошо. Кусается пуч. Не могу блинкануться, прикинь. Так, ну змеи там ломают. Хорошо. У меня КДшечка, мид у нас по-любому упал все равно. Этого задушим с руки. Хорош. Куда он полетел? Я на топ, дядь. Погнали. Сломаем топом. Жесть, в четверых блэкхол хорошо залетело. Если кто-то байбекнется, ты сможешь прилететь же ко мне? Мид чуть-чуть толкнешь? 20 секунд. Хорошо. Хорошо. Чего ждали, брат? Позиционку ждали. Нормально, блэкхол четверых тут дай. Че там, по 50 секунд? Ну пуч, байбекайся, брат, ты мне нужен. 5000 хп, хоть 10 тысяч хп у тебя будет. Разницы нет. Байбек шаман. Незер Дрейк байбек. У меня есть Black Hole, у меня есть Хекс. Если что. У меня есть БКБшка. Я прыгну, дядь. Буду драться. Мне лапы накидывай. Три лапы. Еще одна. Хорош, я его с руки просто убью. Под этим. Пуч байбекнулся, дядь. Жесть. Как же этот пуч. Ой, хорошо. Линка? А, не помогла. Чуть не успел. Я могу бабэкнуться, дядь, байбэкаюсь. Лечу, у меня есть Black Hole, если проживешь, будет хорошо. Живешь? Проживет змей, как могу. Заметил пуджа. Блин, я лоханулся. Эх, жесть. Если я с байбэком, после байбэка сейчас умру, это ГГ, дядь. Не поможешь ничем? Пуш лопнул. Ой, это ГГ. Линку дал. Я умер тут. Ай, Магнус чуть не успел. Ну, деритесь же, деритесь. Как мужчины. Ломай. Жесть, прикинь, короче, я сейчас так люто налажал тем, что, короче, я прыгаю, у меня, смотри, роза уже есть. Уже роза есть. И, короче, я подхожу, вроде давать блэкхол, ну, не успел отменить, и сбиваюсь на себе БХ. Это, кстати, первый лоховской БХ был, который вообще за всю игру. Ну, остается два голых барака, я тут могу посидеть в роли комментатора, низ у нас падает, Doom топает, у нас топает землю, на топе происходит трипл килл от Бладсикера и ломаются крайние бараки, Незер Дрейк ливает и скорее всего это ГГ, команда Скоржей проигрывает и не выходит в полуфинал этой суперлиги бомжей. И, конечно же, битва за чекушку немножечко не удалась. Падает трон, падает ЦМ-ка, падает на колени, становится раком и это good game. Ну, прекрасное, на самом деле, окончание сегодняшнего матча, дорогие друзья. И у нас получается, что
Вроде неплохо, реально, вроде неплохо, Антонио. Слушай, так у меня сейчас настолько, тут столько миллион ошибок, но игра в целом интересная. Не, ну фановая игра получилась. А за счет ошибок она такой и получилась, по сути. Да, да. Ну, прикольно, оппоненты молодцы, что они так прям, ну, старались это выиграть. Вот здесь Black Hole, конечно, выколи глаза. Но я уже думал, смотрю, лапа есть. Не лапа, а тройка. И думал, ну сейчас надо Black Hole отменяю, тогда S нажимаю, она начинает Black Hole кастать, отменяю. Блин. Но в целом игра неплохая, были очень хорошие, интересные, красивые моменты по дефу, и в целом стратегия рабочая. Но, ребята, не забывайте, что если вначале сделали атосики, то желательно сразу идите и комбиньте. Это реально очень крутая вещь, потому что просто тупо с медной пульса почти все умирают. И реально очень годная рабочая стратегия. Так, ну Антонио каточка, конечно же, тоже понравилась. Тут даже нет смысла спрашивать, потому что, ну, в целом прикольно. Да. Забавно было. Ну, напишите свое мнение в комментариях, понравился ли вам этот геймплей и будете ли вы делать это с друзьями. Может быть, вы через морфа, через 33 лапы попробуете это сделать. Либо мы это попробуем сделать когда-нибудь позже. Но это все зависит от вашего желания. Как говорится, 1500 лайков туда-сюда и, как говорится, двигаемся дальше. Да даже 2000 лайков, какие 1500? Пора бы лайки уже ставить, ребята, а то что-то слабовато. Ладно. Ну, в целом все, друзья. С вами был Ксеназис и... До скорого. Всем пока. Красава, дядь. Хорош. Красиво получилось. 5500 хп или 5000 пульжа тупо на вид прилетел. Сам убил его. Просто под этой розой умер. Это забавно реально. 5000 хп.